Nokia C301 Touch & Type – компактный телефон с богатым внешним оформлением и продвинутой начинкой. Отличный выбор для ценителей классических моноблоков с телефонной клавиатурой. Далее в обзоре об устройстве в деталях. Nokia C301 представляет собой тонкий элегантный моноблок, где корпус зрительно поделен на две части – экран и клавиатуру. Телефон компактный и очень легкий, весит всего 100 грамм. Собран отлично, все аккуратно и плотно подогнано. К тому же большая часть корпуса выполнена из стали. Сверху на лицевой части имеется крошечное отверстие, динамика и датчик приближения. Вся нижняя часть занята удобным цифровым блоком клавиатуры с дополнительными клавишами вызова и меню. Набирать номер и писать сообщение очень удобно, к тому же есть аккуратная подсветка. На верхнем торце расположены разъем под наушники, microUSB и классический разъем для зарядного устройства. На правом торце располагается регулировка громкости, кнопка блокировки и кнопка спуска камеры. В телефоне установлен резистивный сенсорный TFT-экран диагональю 2,4 дюйма, который отображает до 262 цветов, а разрешение составляет 240 на 320 точек. Цвета естественные и яркие, впечатления от использования только положительные. Вся металлическая поверхность сзади играет роль съемной крышки. Под ней скрывается слот для карт памяти microSD и сим-карты. В телефоне используется аккумулятор емкостью 1050 мАч. Он позволяет работать с телефоном около 3 дней с одной зарядки. В телефоне 30 МБ встроенной памяти плюс 64 МБ оперативки. Помимо 600 МГц процессора имеется декодер видео с предустановленными кодеками. Вопрос количества памяти легко решается покупкой microSD-карты, поддерживается объем до 32 ГБ. Предусмотрены все популярные коммуникации – Wi-Fi, Bluetooth версии 2.1 и USB. На задней поверхности имеется глазок камеры, светодиодная вспышка и прорезь динамика. Аппарат построен на платформе серии 46-й редакции. По умолчанию рабочий стол содержит минимально необходимую информацию. Это индикаторы, панели отображения часов и даты, ярлыки быстрого доступа. Общение и переписка очень удобно благодаря сочетанию обычной клавиатуры и сенсорного экрана для пролистывания списков. Плеер распознает различные форматы музыки и видео. Список воспроизведения можно упорядочить по жанру, исполнителю или альбому. Качество звука очень хорошее. Телефон вполне может выступить альтернативой плееру. Не хватает только хороших наушников. В телефоне установлен 5-мегапиксельный модуль камеры. Процесс съемки не вызывает никаких нареканий. Плюс поддерживается запись видео. Качество снимков хорошее, отлично подходит для социальных сетей. Nokia C201 – это удобная функциональная модель с элегантным дизайном и шикарным металлическим исполнением. Лучший выбор для тех, кто ценит удобство и стиль в повседневных вещах. Рекомендуем! Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же можно найти специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Мы всегда будем рады ответить на ваши вопросы.